Добрый вечер, друзья. Пришла посылочка с монетками. Хочу сделать обзорчик. Посмотрим вместе, что интересно пришло. Итак, открываем. Наборчик. Раз. Что здесь у нас пришло? Вот такая коробочка запакованная. Посмотрим, что интересного. Решил инвестировать. Заказал много. Что пришло, не знаю. Будем смотреть вместе. Такая импровизированная такая упаковочка. Так, что же у нас здесь пришло? Очень интересно. Опа, опа, опа. А это, друзья, пакетик 10 копеек. А, интересно. Ну... Да, неожиданно, конечно, но давайте я открою, уже посмотрим, да, что будет, если что-то интересного здесь. Кто знает, что нас ждет сегодня. Сейчас все увидим. Это все? Не, есть еще. Все? Больше нету? 5 гривен должно быть. Здесь есть 5 гривен? Что-то я сомневаюсь. Ну, смотрим. Смотрим вместе. Что это? 92-й год. И шестиягодник, друзья. Сразу же. Гурт мелкий. Это удача. Не ожидал, не ожидал. Да, это да. Конечно, давайте еще посмотрим. Ну, конечно. Это супер. Ну, давайте перебирать по очереди, да? Будем смотреть, что там будет. Отложить в сторону. 14-й, что там будет? 92-е года или не будут, не знаю. Будем видеть. Сейчас это оставляем в сторонку. Сейчас смотрим, что это такое. 8-й. Здесь 5 гривен, сейчас мы их быстро. Ну, конечно, с 5 гривен попался, когда я покупал мешок с 1000 монетами по 10 копеек. И не было ни одного шестиягодника. А здесь раз, и вот тена. Это, конечно, удача редкая. Ну, видите, вы обратите внимание, в каком году паковался пакет. То есть, сколько лет 92-го года он ходит, сколько он был в руках у людей, и никто его не обратил внимания и не отобрал. Это, конечно, редкость, очень большая редкость. Это при том, что здесь 92-х, не знаю, раз-два и обчелся. Пакет был закрыт, как вы видите, все полностью, то есть я их он не подбросил сам себе. Но это, конечно, да. Очень и очень неожиданно. Вот еще есть несколько монеток. Поставлю лучшую позицию, чтобы было видно всем, кому интересно. Четырнадцатый год.
И сразу я ее увидел, сразу же. Конечно, такие монеты всегда бросаются в глаза, их легко увидеть. Они нестандартные. Они нестандартные, их всегда легко увидеть. Есть еще немного, и то будет какое интересно. Нету канта, видите, в этой монете. И монета какая-то нестандартная. Кант еле-еле просматривается здесь. Надо будет посмотреть. Монету плохом. Думал, будет еще, конечно, какое-то состояние хорошее. Все монеты из обихода в очень плохом состоянии. Много лет они ходят и, конечно, да. Ну вот как-то так. Ничего интересного больше не попалось. Только вот эта монетка. И удивительно, как она сюда попала. Это, конечно, что-то с чем-то. Ну, имеем, что имеем. Спасибо за ваше внимание, друзья. Подписывайтесь на канал. Будет еще много интересного. До свидания.